Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Ring GT Neo 3. Сейчас я покажу, как на этом устройстве проверить ваш номер IMEI и серийный номер. Для этого мы открываем приложение телефон, открываем клавиатуру и вписываем звездочка решетка 06 решетка. Здесь мы видим IMEI 1, IMEI 2 и серийник. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.